Америку снова трясет. Грандиозная катастрофа произошла на химзаводе в городе Вака, штат Техас. В среду вечером по киевскому времени, это было рано утром в четверг, на заводе по производству удобрений начался пожар, который привел к мощному взрыву. Как сообщает местный телеканал KWTX, погибли по меньшей мере 70 человек, больше 100 получили ранения. Взрыв был настолько сильным, что спровоцировал небольшое землетрясение. Техасская полиция, которая занимается расследованием инцидента, пока не может объяснить причину катастрофы. Тела 15 погибших уже опознаны. Под завалами остаются еще десятки людей. Наших соотечественников среди пострадавших, вероятно, нет. Все они местные жители.